Bizim onunla görüşümüz bir payız günündə baş tutdu. Tbilisinin dağlıq hissəsində yerləşən evi sanki xəzan yarpaqlarından dona bürünmüşdü. Qızıl yarpaq yağışı elə hey təzələyirdi bu donu. O bizə musiqili, kinematografik bir ömürdən danışdı. Hekayə hekayə, səhifə səhifə. Burada sevinç də vardı, müharibədə. Ölüm, göz yaşları və sonda bütün bunlara qalib gələn sevgi də vardı. Payız güllərindən ibarət bu çələngin bükülməsində bizə yaxın köməkçi elə həmin ömrün sahibi oldu. Vaqtank Kikabidze. Об одном очень известном азербайджанском писателе мы собирались снять фильм, документальный фильм. И он так ответил нам: вы сделайте про Баку, и это будет обо мне. То же самое можно сказать про Тбилиси и... Говорят, что да. Да? Ну, что для вас Тбилиси первое? Тбилиси – это и мама, и папа, и семья, и улица, все. Я без Тбилиси не могу. Через 10 дней, где бы я не был, хочу уехать. Хочу сюда приехать. Тбилисо, сивсаварде висм хареон. Ушено, сицоцле сарминада. А самые любимые улицы, где вы чувствуете себя более спокойно? В старом городе. Старый город. И у вас очень прекрасный фильм есть, называется «Мелодия Верийского квартала». Национальности никогда не имела. И, то есть в народе. Все, кто жили в Тбилиси, тбилисец, это был тбилисец. Трудно мне объяснить. И тбилисские евреи, и тбилисские азербайджанцы, и тбилисские грузы, все тбилисцы – это отдельная раса. Была со своими правилами жизни. В каждом районе, 10 минут подожди, я сейчас приду, они все там рядом живут, в этом районе. Через 15 минут около бассейна в бане накрыли хлеб, соль. Значит, кто-то принес зелень, кто-то принес сыр, эти соседи. Кто-то принес котлеты домашние, кто-то, и сели. И вот. В общем, вот так походили, когда они уезжали, они сказали: я, говорит, очень богатый человек, говорит, ах так. Он мне говорит: ну я так тебя принять не могу. Почему, я говорю? Потому что вы очень жадные. Тоже, да, другая философия абсолютно. Я очень люблю Тбилиси. Он такой плохой, такой грустный, что если ты еще свое добавишь туда, вообще будет тяжело. Отец погиб, когда вам было 4 года. Да. А все-таки отец какую-то роль играл в вашей жизни? Вот это образ отца. Мы с мамой в очень трудных условиях жили. Очень трудных. 8 квадратных метров комната была, бегущий коридор, заколоченный дверями тремя. В школе нас было 35 мальчиков. У одного только был отец живой. Он был майор медицинской службы. Красивый такой человек был. Физически он сильнее всех был, этот мальчик. Один на один его побить никто не мог. Но когда его отец приходил в школу, мы так завидовали, что когда он уходил, мы всем классом на него нападали. От того, что у него был отец. Onun payını ver, Marlen. Oy. Ana! Aman Allah! Uşaqlarımı öldürdüler. Mamuka, Marlen! 80% он не отвечал. 80% наши отцы.